организации поделены на категории. Это помогает... Все предприниматели Казахстана на одной интернет-платформе. В Шымкенте презентуют новое бизнес-приложение. Чтобы получить информацию о компаниях, нужно зайти на сайт и выбрать нужную категорию. В виртуальном каталоге есть и контакты бизнесмена Саида Караманова. Он уже 6 лет занимается международными перевозками. Я зарегистрирован, да, у меня все сотрудники зарегистрированы, и мы планируем пользоваться этим сайтом. Мы, так как занимаемся международными перевозками, на вообще этот сайт оптимальный вариант. У меня возрастут возможности больше иметь заказчиков, больше с другими компаниями, то есть расширить объемы. В приложение вошли сотни товаров отечественных компаний. Они работают в пищевой, фармацевтической, машиностроительной и легкой промышленности. К слову, регистрация на сайте бесплатная. А вот чтобы быть в топе предпринимателей, нужно приобрести один из трех пакетов. Их стоимость от 50 до 150 тысяч тенге. Аналоги есть, потому что это справочки, это есть сайты. Но отличительная черта это тем, что вот... Здесь, как бы, кроме списка компаний, кроме их наименования, мы даем возможность предпринимателям размещать свои фотографии, размещать свои прайс-листы, свою новую продукцию. Кроме этого, нами сейчас запущены новые функции, где, допустим, компания, если у них начинается производиться новый какой-то продукт, или у них организуется новая какая-то акция по распродаже, может быть, я не знаю, может быть, они хотят что-то новое предоставить для рынка Казахстана, здесь у нас создана новая функция, акции называется. Здесь в акциях они уже, да, это все могут указать. Главная цель разработчиков приложения – поддержать отечественных товаропроизводителей. На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области действует 187 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а также 11 тысяч индивидуальных предпринимателей.